В городском округе Люберцы пройдет марафон скандинавской ходьбы. Масштабное мероприятие состоится в Центральном парке 9 июня. В нем смогут принять участие все желающие, но с одним условием. Женщины должны быть старше 55 лет, а мужчины старше 60. Чтобы стать участником марафона, необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и социальную карту жителя Московской области. Регистрация откроется в 9 часов утра, а старт дадут в 10:00. По желанию участникам предоставят комплекты палок для северной ходьбы.